В областном центре прошел первый тур регионального конкурса среди юношей Жигыт-Султаны. Масштабное мероприятие посвящено 190-летию Баржансала, 160-летию Балуана Шулака, столетию Рахимжана Кошкарбаева и Кокена Шакеева. Конкурс направлен на формирование патриотизма, пропаганду ценностей традиционного воспитания, сохранение обычаев и культуры. В нем приняли участие 13 джигитов в возрасте от 20 до 30 лет. Среди них представители Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей и городов Астана, Кошши, Кокшетау. Участвую впервые и желаю удачи всем участникам. С 10 лет я прославляю традиционные песни. На третьем этапе нам нужно обязательно исполнить песню из творчества Булана Шолака или Биржансала. Я исполняю песню «Сентябрь» Булана Шолака. В первом туре участники показали свои творческие способности. Изначально участники представили себя. Затем молодые люди исполняли песни из творчества Биржансала и Балуана Шолака. Кроме того, нужно было продемонстрировать что-то особенное, чтобы удивить зрителей. Участники, приехавшие из других регионов, хорошо подготовились. Только что провели первый этап знакомства. Даже по нему уже видна их подготовка. Участники из соседних Павлодарской и Северо-Казахстанской областей обратили на себя внимание во время этапа знакомства. Во втором туре участники будут состязаться в Жамбаату, Казахшакурес, Аударыспаке, после чего лучших из них наградят дипломами и денежными сертификатами. Каирбек Тулигенов, Сабырбек Шериазданов, Алишер Шакубаев, Кокши Ахпарат.